Дождь снаружи и внутри. В нашем эфире мы рассказывали о проблемах пятиэтажки на Степана Разина, 75. Напомним, жители дома жаловались на затянувшийся ремонт кровли, который длится уже более 4 месяцев. Подрядчик начал его еще в марте, частично демонтировав часть старого покрытия. На доме установили новые стропила и закрыли пустующее пространство полиэтиленом. На этом процесс встал. В непогоду вода течет в квартиры верхних этажей. Люди страдают. У нас в 3 часа ночи вот побежало все вот это вот с потолков. У нас с люстры потекла вода, замкнула люстру, свет моргал. Вот это только в этой комнате. Мы сейчас просто боимся уходить из дома, потому что мы постоянно все только пообещают нам сейчас дожди, грозы. Все, значит, снова пленка закрываем, тазики подставляем. Из-за последствий непогоды в квартире начали отклеиваться обои, испорчена мебель и потолок. В общем, тяжело без крыши и мокро. С вопросами, когда работы возобновят и возместят ли ущерб, жители неоднократно обращались в управляющую компанию, администрацию района и фонд капремонта. Но все тщетно. На наш запрос в фонде капитального ремонта сообщили следующее. Причинами задержек являлись внесение изменений в проектно-сметную документацию. В настоящее время работы подрядчиков на объектах ведутся. По поручению фонда подрядчик принял меры по герметизации крыши от атмосферных осадков, осуществляет ежедневный мониторинг от протечек. Кроме того, подрядчикам ведется работа с собственниками по урегулированию вопросов, связанных с причиненным ущербом. Дело все же немного, но сдвинулось с мертвой точки, рассказывают жильцы дома. На связь с ними вышел директор подрядной организации, занимающейся ремонтом кровли многоэтажки. Он обещал приехать, поговорить с жильцами. Во-вторых, мы еще остались без газа, у нас отключили газ в доме. Вот из-за крыши, потому что там нужно чистить вентиляцию у всех. Вот. Но вот сегодня будет решать по поводу компенсации тех квартир, которые они затопили. Если в ближайшее время ситуация на крыше дома не изменится, сценарий потопа может повториться. И не раз. Синоптики предупреждают, в выходные в Пермском крае ожидаются сильные ливни, крупный град и грозы. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.